Чым заняць сябе ў навагоднія святы і аб чым варта памятаць, каб святкаванне было цікавым і бяспечным, раскажа наш корэспандэнт Кацярына Страха. После наступления 2016-го из семейных посиделок за святочным столом у жыхароў региона будет магчымасць протягнуть святкование на массовых пляцоўках, яких сёлета в области шмат. Новый год всегда дарит сюрпризы и всегда приносит радость и праздник. Поэтому и работники культуры в области подготовили очень интересные программы, которые пройдут во всех больших городах нашей области, в районных центрах, ну и в больших населенных пунктах в сельской местности. Я приглашаю всех не сидеть за праздничными столами, а принять участие активное в торжественных и праздничных мероприятиях. И несмотря на то, что снега у нас нет, я думаю, что та музыка и те программы, которые будут подготовлены, тот Дед Мороз со Снегурочкой, которые придут на праздник, они подарят всем радость и веселье и позволят ощутить все-таки наступление Нового года. Только на площадь Ленина у Брестика поглядеть на галоўную елку областного центра придут несколько тысяч человек. А первой године ночи тут распачнется новогоднее представление с уделом Деда Мороза и Снегурочки. Святочная дискотечная программа у новогоднюю ночь так само пройдут и для галоўных елок Московского и Ленинского районов, у большинстве микрорайонов города. На место святкования у всех жадающих доставить городские троллейбусы, которые у новогоднюю ночь будут курсировать до самой ранницы. Не застанутся без уваги подчас свята и маленькие брастаўчане. Ну и мы приглашаем всех жителей города Бреста и гостей города на дневную программу, которая будет в обед начнется и которая будет посвящена непосредственно более юному поколению. Поэтому призываю всех не залеживаться в кроватях, а участвовать в мероприятиях. А каб святкаванне было не только цікавым, а и бяспечным, милиция в области будет нести службу во ўзмоцненым режиме. У новогоднюю ночь за парадком на улицах Брэшчыны будут сачыць несколько тысяч супрацоўнікаў правоохранных органов. Некоторые запретительные нормы будут присутствовать. Крупногабаритные сумки, стеклянная таре, значит, напитки, тетрапакеты и так далее. Ну и, естественно, не будет недопустимо распитие спиртных напитков в местах проведения праздничных массовых мероприятий. Зрабіць свято бляскучым і запамінальным мараць усе, не абыдзецца на шматлікіх святочных мерапрыемствах і без традыцыйных фейерверкаў і салютаў. Применение піратэхнікі разрешено вдалі ад людзей і строений. І в обязательном порядке оно не должно мешать отдыху граждан, которые, ну, гуляют, скажем так, рядом. Поэтому нарушение этих правил влечет определенную административную ответственность. Кацярына Страха, Александр Сівіцкі, обласныя навіны, Брэст.